Привет, Холли Бама, я рад, что ты постригся, тебе как раз будет не жарко в этой пустыне. Спасибо, Redcat, что позвал меня в замечательную новую игру в Роблоксе. Да, я специально сменил прическу, чтобы мне было не жарко в этой пустыне. Правда, теперь пот заливает мне глаза, но ничего страшного. Давай, залетай, погнали смотреть, что тут с тобой случится дальше. Так. Поехали, я не... О, все, боже, все, я уже испугался, что не могу зайти, да? Нет, ты поедешь со мной. Так, подожди. Нет, прическа у тебя не появилась. Ладно. Так, давай первый тест, попробуй открыть эту дверь. У меня вопрос, а нам нужен здесь калашников? Не-не-не, у тебя нет робоксов. Давай, попробуй дверь открыть. Окей. Левая кнопка, если что, подсказка. Ух, нифига себе, у меня рука здесь. Так, тест на дверь. Мне кажется, большинство завязывает с этой игрой именно на этом моменте, да? Никто не может выйти из комнаты. О, блин, почти получилось. Сейчас. О, все. Нифига себе, блин. Смотри, вот тут вот стоит твоя машина, на которой ты поедешь. Вот, знакомься. Лада. Ага. Жигули, копейка, как понимаю. Это нет, моя мечта наконец-то Лада, сбылась. Копейка это первая, это типа там семерка, восьмерка, я не знаю, по цифрам. Ну точно не копейка. Вот. И точно не моя машина. У меня машина не так выглядит. Ну, как я называю, говнокар, короче. Да. Пошли, смотри. Тебе надо ее собрать. Вот колеса твои, вот двери, вот бери и собирай ее. F нажимаешь, как бы носишь. Давай, иди сюда, куда пошел. Окей, пойду сейчас. То есть мне надо собрать эту машину, чтобы вообще было по кайфу. F нажимаешь, на шифте бежишь, подбегаешь туда, где колеса вставляешь, и и F тоже. Ну, или если двери... Мне нравится, да, мне нравится, как выглядит моя рука в этой игре. Да, длинненькая. Сейчас, подожди. Z надо нажать. F. Не, а чтобы поставить? Ну, смотри, берешь ее F, а потом подходишь вот сюда, где она должна стоять, и нажимаешь опять F. Пробуй. F. Так у тебя не получилось. Нет, я просто хочу, чтобы ты это сделал. Нажимаешь. Вот это самое сложное, да, в этой игре? Подходишь. Смотри, рукой, моя рука живет своей жизнью. Смотри, вот здесь вот она стоит. Тут, там а, вот, все. О, боже, слава богу. Все, давай. Я просто пытался заднюю дверь поставить в переднюю, ну ничего, бывает. Ну, все так же дальше, давай я тебя поставлю. Ну, хотя давай ты сам все это, я тебя буду носить, а ты будешь ставить. Я буду двери ставить. Давай, я буду носить тебе поближе, чтобы тебе было удобно. Так, это какая? Это передняя, все, я понимаю. Потом будем собирать мою машину. Окей, у тебя какая иномарка уже? У меня RAV. RAV. Это советский микроавтобус. Ладно, я иду к тебе посмотреть, где твоя тачка. Давай. И где ты? Сейчас я возьму калаш только, чтобы отжать калаш у тебя эту тачку. Калаш 100 робоксов. У меня нет таких денег. Нифига себе, у тебя буханка? Ну это не буханка, это RAV. Так, ладно. У меня одна фара, правда, только есть. Ну... Бывает, что уж тут. Я тебе помогу немножко. Спасибо. Нет, это не быстрее. Надо. Эту штуку не ставь. Ой. О! Помощник. Люблю тебя. Это ты сделал. Это ты сделал. Помощник классный. Ладно. Нифига. Кстати, вот так вот. Ты уже едешь? Я могу еще... Блин, да что ты сделал с машинкой моей? Ё-моё. Я вот именно что ничего не сделал. Ничего не делал. Я. Блин. Ну все, погнали. Ура! Прости, а смысл игры? Можно немножко смысл игры? 20 километров надо проехать по пустыне. Окей. А, ты, боже. С этого ну, у тебя заканчивается бензин, у тебя заканчивается вода в радиаторе. Угу. Тебе надо есть. А где смотреть вот эту всю информацию это про мы бензин? Сейчас мы доедем куда-нибудь и посмотрим. Это хорошо. Ну, а что похавать? У тебя есть что-то кушать? У меня нет кушать. Ты съел гамбургер, который у нас был на двоих. Да? Окей, меня мужик этот пугает немножко. Ничего страшного, подожди. Добрый вечер, сейчас можно еды? Я машинку, я постоянно... Ничего не бери, там у тебя нету крышечек. Если ты съешь его еду, он тебя расстреляет, поэтому не трогай ничего. А если я убегу с ней? Нет, он тоже расстреляет. Окей, здорово. Да блин, меня за что? Я ж тебе говорил, не нажимай, ты съел. Я хотел... Боже мой. Ты его съел. Это вот, я не специально просто нажал на ту кнопку. Я это предвидел. Здесь слишком... На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Так, F. Да боже, F это ставить, а открывать надо, да. Как обычно. Окей, все, садимся, закрываю. Оп, поехали. Дальнобойщики. Ту-ту-ру. Ну все, ребята, приключения начинаются заново. Мы собрали новую тачку. Мы это сделали, блин, поехали. Все, погнали. Нифига себе, у тебя есть катана. На, держи, это тебе.
Это окей, мне. Спасибо. Все, окей, пошли. Погнали. Готов? Ой, я вижу, там зомби. Да, я сейчас открою. Все как в Майнкрафте. А ты их будешь убивать. Ты будешь их убивать. Давай. Удачи. Опа! О! Они тебя бьют. Да. Они напали на себя. Они знают, и кто здесь опытный тоже. Игрок. Ой-ой-ой-ой-ой. Беги, отбегай, беги, беги. Па-па-па. Пока не сдох. Все, минус один зомби. Все. Но, если честно, он похож на Диди Гришу из подъезда. Отхилься, потому что у тебя хп нету. Ага, я хочу этого зомби. Но его нельзя на F нажать. Потом пошли смотреть, что тут есть. Что нам надо. Нам надо... Здесь много чего, кстати. Бензин. Здесь фишечки. Фишечки бери, это вот эти вот. Мы за них потом покупать что-то сможем. Это как в Fallout'е, да? Берем зеленую вазу, берем канистры все. Унитаз! И снимем сериал про скипиди туалет свой. И станем популярными и богатыми. Точно. План очень. Ну и срать-то где-то надо, поехали. Так. В пустыне прям это важно, конечно. Я ставлю его сверху. О, Соня Эриксон, хочешь тебе мобилку? Тебе мобилку нашел. Ну, слава богу. Будешь звонить маме. Что за канистры? Сейчас ты будешь смотреть. Кстати, с радиоактивными отходами. Ой, я на себя все вылил. Боже мой, зачем ты трогал? Я ставлю скипятить, доп-доп, ес-ес. Зачем ты это трогал? Ты видишь себя? Подожди, я тебе скажу. Ну, я горю, мне кажется. Ага, я стал зомби? Ты в радиации, ты зачем взял эту, блин, канистру? О, боже мой. Теперь зеленые бульбашки, не трогай больше канистру. Окей, ну ты не говорил просто? Ну да, я не говорил, не думал, что ты такой шустрый, все будешь трогать. Так, ладно, вот, радиационный мальчик. Называй меня Халк. Так, да, здесь есть, отлично, я возьму это. Окей, заливай. Поехали. Да ты что, так мы таким образом... Вот еще газ. Давайте еще. Так зачем нам газ, если нам нужен бензин, правильно? Ну почему-то на английском это именно бензин. Это чтобы нас сбить... Да. Ты что, светит просто. Вот это мы затарились. Ой, ладно. Да чуть в столб не врезался ничего. А что ты по дороге не ешь? Да как так? Еще один столб. Сейчас все будет. Да, я, кстати, периодически... Ой, блин, все равно хорошо. Что-то было. Так, что-то давай, было? Выходи из машины. Мне страшно, что происходит? Выходи. Колесо пробилось, я сломал дверь! Блин, что происходит? Все, блин, она не успели. А что это такое? Я хожу с дверью, блин. Все пропало. Офигеть, что происходит? Ну, по нам молния шарахнула. Да ну нафиг, какой шанс вообще был? А что ты сделал? Я еще даже двигатель, он куда-то внутрь упал, вот он. А это запасной, это не тот, блин. Офигеть, говорил я, чтобы я за руль сел. У нас весь лут с крыши уничтожила эта штука гадская. Ну, блин, и мой унитаз. Все, все, что даже ты не посильным трудом. В нас может молния выпасть? Да. Нам еще колеса потом искать. Главное, чтобы бонг остался. Так, ладно, выкидываем. О, здесь мутант. Мутант? А мутант все это время оттуда. Прятался. Уходи оттуда. Беги, он за тобой будет бегать. Он просто в стене. Ну пусть стоит, не трогай. Ладно, пусть стоит. Так, я пошел за колесом. Я тоже пошел. Нам два колеса надо. Е-мое, где они? Ну, вот это еще торнадо такое обычно делает, что у нас разлетаются колеса. А вот гроза обычно колеса оставляет на месте, я не знаю. Ой-ой. У меня плохое предчувствие. Походу я сейчас сдохну, мне кажется. Угу, походу опять гроза. Или что это? Не, пока просто то. Какая-то песчаная буря. А, все, я сдохну. А, да. А, я тоже, походу, сейчас пойду. Тебе надо бежать, бежать я, в домик. Я за камень спрячусь. Не, в домик надо тебе забежать, тогда ты выживешь. А я далеко от него. Я тоже. Мне надо добежать до машины, а тебе до домика. И на этом наше путешествие закончится. Черт, я спрятался за камнем, я еще живой, как бы. Ну, тебя хп снимает? Ну, потихонечку. Тогда беги, это не спасает. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Попытка номер 3. Выехать из дома. У нас уже получается. Давай я попробую в этот раз тоже на тачке. Не, не надо. Ну все, R нажимай, поехали. А, R точно. Все, поехали. Так, а прямо или назад? А есть разница, в какую сторону ехать? Что у меня рука куда-то вдаль?
А у меня тоже так делают. Направо. Ой-ой-ой, сейчас... подожди. Там тупик. Ё-моё. Конец так карты. Я тебя поэтому и спрашивал. Говорю, есть разница, куда ехать? Ну, чуть-чуть, а там да, конец света. Есть. Ну, считай, мы уже очень много бензина потратили. Да не, немного. Она не так жрет, как твой Джигуль. Едем в соседнее село. На дискотеку. Так, давай мы найдем... Шоп, продадим твою рамочку фамильную. Погнали. Нам дадут кучу денег. А как ты аккуратно понял? Камень. Безумный Холли. Как ты понял, что это... Ну, там мало лута в нем обычно. Да. Оп, тормоза, нифига себе тормозной путь здесь. Ты думал, тебя как мертвая становится. Вкопанная такая. А заднего хода здесь нет. Есть, если нажать. Ну, давай, на ручник. Выходи. О, радиатор, все, едем. Я, наверное, тачку поближе поставлю, а то что-то... Перепаркуйся. Да, а то что-то как-то неудобно получается. Блин, как-то это, проблема у нас. Радиатор тут слипся. Плохой? Да нет, он в бочке. А, окей. Машина очень странно едет. Ты с ручника не снял. Колесо у тебя отпало. Да, вот колесо с колесом. Мне что-то плюнуло тоже. Вот, где ты ее проканул? Это что-то плюется на нас. Блин. А я колесо нашел, слава богу. Короче, сейчас, подожди. Сейчас, зачем ты с дверью ходишь? Я твой фирменный стиль копирую. Все, слава богу. Подожди, она укатится. Блин, быстрее садись. Так ты садись, давай. Так как? Не могу. О, фух. О, есть, я тебе еще эту дверь поставлю. Блин, этот ручник еще. Да куда же ты без меня? Блин, ручник не забывай ставить, потому что она укатится, мы потом не догоним ее. Все, поехали обратно. Да, еще и распогодилось, блин. Тебя подвезти? Ночь стала не такая ночная. Да, я пробегусь. Давай, полезно спортсмен. Для здоровья. Ох! Я ни один не пропущу. Так, давай я буду по левой стороне все-таки. Да, давай по левой, лучше нарушать. Пофиг, все равно постапокалипсис, здесь нет ментов. Да. Мне, кстати, тут встречные есть машины. Тут, серьезно? Да, безумные такие микроавтобусы, которые на полной скорости несутся. Прикольно. Не очень. Но я ни разу в не врезался. Будет, если что, дебют. А кто там сидит? Так, ты давай штурман, когда будет 5 километров, скажешь мне. Там справа была какая-то будка. Неважно. Окей. Короче, когда будет 5, скажи, а то там мост, мы можем случайно вылететь с него. Ну пока еще есть. Ну еще куда ехать там. Да. 1200, 1100. О! Я уже 120 км в час еду, прикинь. Да нормально разогнались. Там справа будка, будем заезжать. Не. О, и теперь ты даже камни начал бежать. Прикинь, я их вижу теперь. Да. Я, конечно, кот. Ой, смотри, что это за машина? Ой-ой. Ой-ой. Ой. Что это? Это сейчас. А, это не машина, боже мой, я плохо вижу. Ага, понял, это да. Это мост. Это просто доски какие-то. Ага, он говорит, машина. Ну ладно, едем дальше. Ну, там машина припаркованная. Там дыра, это нормально, да? Еще дыра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, можете выйти там. О, боже мой! Так, я как понимаю, я не выйду сейчас, потому что я провалюсь нафиг. По-моему, у нас проблема. Да, проблем у нас хватает. Я тебя предупреждал. Можешь подтолкнуть? Да, толкаешь, видишь. Сейчас Я извиняюсь, кот. Кот, ты бы не мог толкать как-то, ну, чтобы я не упал вместе с машиной? Блин, ну это сложно. Я, толкать. По сути, и выйти-то не могу. Я стал фармить, да, как нам. Так, ну... Ты уже нервничать начал. Да, я уже начинаю ломать машину внутри. А давай ее разберем просто всю. И что, как это нам поможет ее снять отсюда? Так, ладно, у меня есть план, я его придерживаюсь. Ты ручник не поставил? Нет, так не надо. Как я буду пихать все на ручнике? Я вызываю помощь. Подожди, у нас 4 колеса. Да? Я надеюсь. Посмотри. О, я живой, фух, слава богу. Да, водитель ты хороший. Окей, а ты можешь задний ход дать? Или здесь передний привод? Ну, как бы там колеса немножко у нас. Давай так, попробуй. Смотри, ой. Колесо! Колесо уронил. Хорошо, что я взял 4 штуки, блин. Я тебя поэтому и спросил. Много мы колес взяли.
Так, ладно. Я двигаю, я толкаю. Да подожди, не вешай пока. О! Такой. Хорош. План, и я его придерживался. Хорош. Сейчас, подожди. Да не надо, подожди, надо еще это подвинуть немножко. А если ты упадешь, это фиаско, братан, да? Это ГГ будет. У нас она немножко как бы еще... Ох ты, нифига себе, ты сильный кот. Вот это да. Слушай, у нас колесо как-то дико стоит. Я его уберу лучше. Вывернут руль как-то. Можешь перекрутить нормально, сесть за руль. Перекрути руль. Сейчас, секунду, подожди. У нас оно как-то... О, все, идеально. Ман. Авария. Так, главное с моста не упасть. Подожди, не сбивай кота. Мне надо было ручник, ручник. Так она не заведенная. Она заведенная, в смысле? Эй, ты назад сейчас упадешь. Подожди, куда ты едешь? Ручник нужен, ё-моё, просто надо было ручник поставить. Какой ручник? Подожди. Заглуши машину. Ты сейчас нас убьешь. А я без звука играю, я не слышу. Так включи звук. Так я не могу. У тебя нет такой опции звук включить. Так, тут есть, кстати, газ есть. У нас есть, можно заправить пока. А, подожди, я мог со звуком играть в это время, ну ладно. Ну, получается, да. Ой-ой, ой-ой. Залазь в машину быстро. Сейчас будет нас убивать. Сейчас будет, да. Я сломал дверь. Так, окей. Так, быстренько залазим. Будем надеяться, что она у нас идеально закрывается двери. Подожди, я сломал. Блин. О, нет. Закрывается дверь. Я буду ее держать. Я буду ее держать. Ты держи. Блин. Сквозит немного. Нет. Подожди, ее сейчас унесет. Куда ты? У меня рукав уносит. А мне ты будто... Положи дверь. Я не могу. Сейчас, это не подожди. С этой стороны, наверное, или с этой. Боже, что происходит? Залезь, сейчас тебя убьет, быстро. Закрывай дверь, ты сейчас... Фу, слава богу. Фух. Я буду держать ее. Да не надо, положи дверь. Мы умрем на этом мосту, мне кажется. Ой, блин. Так. Долбаная пустыня, главное, блин, как она мне уже надоела. Гром не грянул, а то сейчас нас развалит тут вообще. Не нравится тебе ставить здесь дверь, да? Мне тут вообще не нравится на этом мосту. Так, у меня все колеса есть, я то сейчас поеду. Пока лучше не садись в машину. Сейчас, подожди, дай. Да подожди, я проеду потом. Давай, давай, я тебя подстрахую, я буду тебе это, говорить как. Давай, хорошо. Давай, едь. Спасибо, ты помог. О, у тебя получилось. Так, ладно, подожди, я проеду еще этот мостик. А ты беги за машинкой, если что. Так, окей, все, окей. Вот тут я останавливаюсь. Жду тебя. Сейчас, подожди. Я возьму этот бампер. Угу. Из машины можно, не открывая дверь, вылазить. Колесо берем? Ну да, да. А это, без... оно какое? А, блин, я сейчас сдохну от голода. Там есть что-то висело, съешь. Гамбургер, а ты, у тебя как там? У меня по состоянию. Чуть-чуть. Ну, тоже не очень нормально. Машина катится, кажется, почему? Кто-то ты правило свое. Просто. У меня она на ручнике, она не должна катиться. Вот. Все, поехали. Ой. Я похавал. Смотри на мои руки, ты видишь мои руки, нет? Ладно. Кажется, мы сейчас умрем. Ну и здорово. Не, давай ты лучше за руль сядешь. У меня что-то руки крест-накрест перекрутило. Сейчас подожди. Так. Давай. Е. Окей. Оу, е. Оу, е. Сейчас подожди, я с дверью пытаюсь разобраться. По левой стороне, и там дальше доски тоже будут. Все, поехали. По левой погнали. Давай. Ту-ту-ру, по левой стороне, там две доски такие же. Вот, давай, проезжай на скорости. Да сейчас нет! Будет. Да я так... Ну вот и приехали. Блин, а ты говоришь, блин, а ты говоришь, не получится ничего. Блин, кот лучше тебя ездит. Да, а как выйти? Ну, выйти-то можно, а как машину вернуть уже никак, наверное. А если газку притопить?
Газку прицепить, ты уже притопил машинку. Да. Ну, я что-то так и думал, что с тобой так оно и закончится. Хороший мост. Прочный, главное. Так, ну все, я предлагаю все-таки ее спасти. Подожди. О! 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 Вот. Есть! Победа. Дверь упала только. Ну, я поставлю. В дверь это меньше всего, что меня волнует. От этой ситуации, конечно. Так, ну ладно, теперь надо ее поставить. Снимай колеса нижние. Все мы когда-то умрем. Поехали. Не, мы сейчас умрем. Просто выбирай, с какого тебе больше нравится упасть. С этого или с этого края? Мне не важно, с какого. Главное, чтобы вместе. Ну что ж, ребят, такой получилась наша первая поездка. Ставьте лайк, вам понравилось видео. Не забываем подписываться. И спасибо за просмотр. Всем пока.